Девочки, пришел ко мне с Алиэкспресс вот этот кулон фалос. И представляете, он не работает. Тут вот такая специальная цепочка. Тут надо вот дергать. И когда дергаешь, он как-то должен проявить себя. А он не проявляет. Похоже, я его вообще не возбуждаю. Поэтому, девочки, кто ждал обзор, кто хотел его тоже себе заказать, отбой. Я советовать его не буду, потому что моя подписчица Соня тоже его заказала, и у нее точно такие же проблемы с ним. Поэтому это либо брак вообще всей партии, либо очень большой процент брака. А он, конечно же, должен работать, потому что просто так его носить это неправильно. Кто верит в символизм в украшениях, а я, кстати, очень верю, у меня есть отдельно специальное украшение на удачу, для привлечения денег, в общем, и так далее. Так вот, если вам нужно, ну, скажем так, вот добавить жесткости в характер, выполнить какую-то мужскую работу. Ну вот, скажем, вам нужно продвижение по карьерной лестнице, нужно заработать много денег. Или вы, например, куда-то идете, где вам нужно так вот жестко стукнуть кулаком по столу и устроить там какой-нибудь разнос кому-нибудь. В таких случаях советуют надевать украшения, например, в виде треугольника острием вверх. Или, например, в виде фаллоса, но, скажем так, с приподнятым настроением. А такой, скорее всего, вообще не выполнит никаких возложенных на него функций, а наоборот вообще все испортит.